подготовка к концерту московского музыканта Дениса Шаповалова в сопровождении симфонического оркестра Краевой государственной филармонии. Зрителям предстоит погрузиться в мир музыки и увидеть необычные возможности электровиолончели. Вот такая будет музыка, она звучит такая. Есть такие возможности шикарные. Вот, а можно сыграть таким волшебным звуком, таким можно. А потом так. Музыканты исполнят мировые хиты из знаменитых альбомов британской рок-группы Pink Floyd. Руководить оркестром будет дирижер Дмитрий Лузин. Как, скажем, вообще рок-музыка и, в частности, Pink Floyd в мою жизнь вошли? В 89 году впервые Pink Floyd приехали в СССР, дали в Москве, по-моему, несколько концертов. И это было просто вот какое-то феерия оглушительная. Я заинтересовался, что за Pink Floyd. Пластиночка тогда вышла. Купил, ну и вот просто с ума сошел. Думаю, что же это за чудо такое, эта музыка. Кстати, это не первая совместная работа с Денисом Шаповаловым. Работать с Денисом, это просто, это всегда праздник. Что с классикой, что с рок-трибьютами. Я думаю, мы большие друзья, я не погрешу, вот видите. Так что это всегда большой праздник. Проект уникальный совершенно, потому что это не трибют в прямом его вот выражении, когда люди выходят с электрогитарами, с органами, с барабанами и поют, собственно, один в один то, что пели классики. А это некий взгляд с такой классической стороны, потому что здесь оркестр является группой, виолончель является в одном лице и певцом, и гитарой. Плюс необычные аранжировки для симфонического оркестра. В общем, необычный совершенно взгляд на рок-музыку, на музыку группы Pink Floyd. Добавим, концерт состоится в филармонии завтра, 17 апреля в 18:30. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.